Если ты хочешь стать известным и популярным человеком, поставь лайк за 3 секунды, я считаю. Раз, два, три! Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Уплей, и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами поиграем в нашу очередную новую игрушку про алфавит лора, которая называется Alphabet Run ABC Later Go. В этой игре мы с вами будем прокачивать, конечно же, наши буквы из алфавита лора. Изначально, ребят, я прошел первых 5 уровней для того, чтобы немножечко заработать денег, и для того, чтобы хотя бы чуть-чуточку прокачаться, и прокачался до буквы B. Здесь, ребят, когда мы с вами сейчас пройдем 6 уровень, ну, за каждый уровень нам нужно собрать как можно больше вот этих вот буквок. В данном случае это буква B. Так вот, когда мы с вами доходим до конца какой-то определенный уровень, к примеру, 6, тогда мы с вами будем соединять буквы и сражаться против наших противников. Чем старше буква, тем, соответственно, она сильнее, и нам нужно зачищать арены. Ну что же, давайте тогда по максимуму объединим все, что только можно, и у нас получилось А6 буквок C. Давайте, наверное, еще объединим несколько буквок C, и получилось у нас 3 буквы D. Ну, я думаю, что этого должно хватить. Теперь нам с вами нужно зачистить, по-моему, последнюю арену. Если мы с вами это сделаем, у нас откроется следующая буква, а именно буква С. Да, ребят, вот мы с вами добили последних противников на самой последней арене, и у нас открывается буква С. И сейчас начинать как раз-таки мы с вами будем с этой буквы С. У нас есть немножко денег, поэтому давайте также прокачаем наши параметры. Немножко вкачаем урон и немножко вкачаем защиту. Остальные деньги я пока тратить не буду, за них мы с вами будем приобретать новые буквы. И это у нас буквы будут С. Так, собираем побольше нашу армию. И сейчас опять будем объединять. Но на этот раз у нас будут еще старше буквы, чем в предыдущем уровне. Итак, объединяем все буквы С, которые только можно объединить. За 200 монеток давайте купим еще одну букву С. И теперь объединяем все буквы D. У нас получается одна буква будет D, одна буква E. И давайте еще тоже объединим две буквы E, и у нас вышла буква F. Ну и сейчас, ребятки, мы с вами опять будем зачищать арену. Нам нужно зачистить все-все вот эти вот ячейки, все арены. После того, когда мы с вами это все сделаем, после того, когда мы с вами уничтожим самого последнего босса, у нас откроется следующая буква, и это будет у нас уже буква D. После того, когда мы с вами опять зачистим все арены, уничтожим очередного следующего босса, у нас открывается следующая буква. И так вот постепенно-постепенно нам с вами нужно двигаться и открывать весь алфавит лора. Ну что же, здесь я, получается, уже прям с самого старта открыл аж 3 арены и на 50% открыл букву D. За те деньги, которые мы с вами заработали, можно немножко прокачать количество денег, которые мы с вами будем зарабатывать за каждый уровень. Это нужно делать для того, чтобы все больше и больше денег зарабатывать. Итак, продолжаем опять собирать нашу с вами армию из буквок С. И здесь желательно никого не потерять. По-моему, только одну букву С я в данном уровне потерял. А так, в принципе, все собрал по максимуму. Опять давайте объединим то, что объединяется. И у нас вышло, смотрите, ребятки, второй раз к ряду у нас получилась буква D, E и F. Ну и сейчас мы продолжаем зачищать арены. Нам нужно еще, по-моему, где-то штуки 2 зачистить, после чего у нас будет сражение с боссом. И после этого мы с вами должны, ну, по крайней мере, будем на это надеяться, открыть следующую букву. Сколько арен осталось, ребятки? Осталось у нас 2 арены. Отлично. Эту я пока, наверное, не смогу еще зачистить, потому что у моей буквы F очень мало здоровья, а буква D у меня всего-то навсего одна. Да, к сожалению, ребятки, эту арену мы с вами пока что до конца не смогли очистить. Ну, в принципе, ничего страшного не произошло. Мы с вами переходим на следующий 9 уровень и опять начинаем собирать буквы из алфавита лора. Желательно, ребятки, как можно больше буквок собрать и как можно меньше их потерять. О, глядите, довольно-таки неплохую группу мы с вами собрали. В этот раз, мне кажется, даже больше получилось, чем 2 предыдущих. Опять объединяем все по максимуму, и у нас будет 2 буквы F. Кстати, ребят, мы с вами можем еще объединить 2 буквы F. Давайте, наверное, это сделаем. И впервые в этой игре у нас получилась новая буква, буква G. Это уже самая-самая сильная буква, которую я собрал в процессе игры. Ну, здесь у нас осталось совсем мало и маленьких буквок. Этих мы с вами уничтожили, зачистили. И вот у нас самая последняя 9-я арена. Здесь у нас получается много-много букв D. И главный босс у нас в виде циркуля какого-то. Если честно, похоже немножко на букву А, но это, наверное, не она.
Босса самого главного мы с вами уничтожили, там осталось еще 2 или 3 буквы D и все. Если мы с вами их уничтожим, арена у нас будет, конечно же, зачищена. И это позволит нам, наконец-то, открыть следующую букву. Ну что же, по максимуму тоже давайте мы с вами все объединим. И у нас получилась буква D и буква F. Думаю, что этого нам с вами должно уже точно хватить. Ну, давайте проверим. У нас 10 уровень, самая последняя арена, которую мы дозачищаем. Здесь у нас осталось 6, по-моему, буквок D. Да, ребятки, этого мне 100% хватит. Мы с вами самую последнюю арену зачистили и, наконец-таки, полностью открываем букву D. Ну и вуаля, ребятки, начинаем мы играть с вами именно с этой буквы. Опять нам нужно собрать как можно больше буквок. На данном случае это будут у нас буквы D. И пройти как можно с меньшим уроном, потеряв как можно меньше этих буквок в процессе игры. О, ребята, это довольно-таки сложный уровень. И посмотрите, я потерял довольно-таки большое количество буквок D. Но что бы я, ребятки, тут не делал, я по-любому бы их потерял, потому что реально очень сложный уровень. У нас есть немножко денег, поэтому давайте мы с вами еще закупим несколько буквок D. К примеру, это у нас будет 4 буквы, и мы с вами имеем еще 2 буквы E. Давайте тогда объединим 2 буквы E, и у нас будет 2 буквы F. Еще объединяем 2 F-ки, и у нас есть циферка, буковка G, G и E. Ну, в принципе, думаю, этого точно должно хватить, чтобы зачистить хотя бы первую арену. Итак, погнали, надеюсь, это действительно так. Ну, конечно, нашу букву E тут же уничтожили, у нее, в принципе, не так уж и много здоровья по сравнению с нашей буквой G. Но вот с ней справиться не так-то просто, да, ребятки, наконец-таки первую арену мы с вами зачистили, и у нас все получилось. Двигаемся дальше, здесь у нас уже, конечно, постарше буквы, есть 2 буквы G, тут мы с вами, конечно же, проиграем, но 5 вражеских букв мы с вами тоже уничтожили. Английскую букву И мы с вами открыли аж на 50%, это довольно хорошо, если бы такая тенденция сохранялась в дальнейшем, было бы вообще круто. Но не всегда так у нас получится просто арены вражеские уничтожать. И здесь нам нужно сейчас стараться дойти до арены побыстрее. Мы с вами дошли, и смотрите, какую большую группировку из буквок D мы с вами собрали. Круто. Так, нам нужно за 500 монет еще одну букву D приобрести. Теперь мы с вами давайте объединяем все буквы F. Объединяем еще F и объединяем обратно 2 буквы G. На этот раз, ребята, у нас еще больше, более сильные буквы, буква F и буква H. Ну что же, давайте попробуем опять зачистить хотя бы одну. Ну, я думаю, что мы с вами не одну, а даже, возможно, полторы арены зачистим. Тут врагов осталось довольно-таки мало. Наша буква H и буква F справляются с поставленной задачей. Мы с вами эту арену зачистили. Двигаемся дальше. Здесь 15 вражеских элементов, то есть 15 вражеских букв. Не знаю, получится ли в этот раз нам с вами их всех уничтожить. Наша буква F, к сожалению, упала смертью храбрых. А вот буква H продолжает двигаться дальше. Ребятки, смотрите, в этот раз мы с вами даже не одну и не полторы, а целых 2 арены зачистили. И еще немножко покоцали вражеского босса. Ребятки, мы даже босса с вами уничтожили. Предыдущий уровень был очень результативным. Мы с вами зачистили 2 арены, как я говорил, и уничтожили на третьей арене прям самого главного и злого босса, которого уничтожить не так-то и просто, если честно, но у нас это получилось. Итак, следующий 14 уровень. Сейчас опять попробуем собрать побольше буквок D, и, возможно, на те деньги, которые мы с вами заработали, прикупим еще несколько новых букв. Давайте, наверное, по максимуму это и сделаем. Итого, ребят, мы с вами закупили еще 5 буквок. Объединяем все, что можно объединить по максимуму. И так, у того у нас получилась буква G, буква F и буква I. Ну что же, погнали. Будем сейчас освобождать букву I английскую. Ну, наша буква E. Нам для этого нужно уничтожить вот этих вот всех противников. 10 элементов, 10 вражеских букв. И я думаю, что мы с вами должны справиться с поставленной задачей. У нас осталась одна буква G, но она сильнее, чем вражеские буквы, ребятки. Мы с вами это сделали на 100%. Мы открываем английскую букву I. Ну и вот таким вот образом нам с вами нужно продолжать развиваться, открывать все новые и новые буквы, зачищать все новые и новые арены и двигаться дальше. Чем дальше мы с вами будем двигаться, тем, конечно же, враги у нас будут сильнее, но мы с вами тоже будем собирать постарше буквы и будем с ними сражаться. Ну что, ребятки, если вам понравилась эта игрушка, если вы хотите продолжение, обязательно поставьте лайк, кто этого еще не сделал. А также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. С вами был, как всегда, Allplay. Всем удачки, всем пока!